Внимание, мошенники! Орские полицейские разыскивают двух женщин, которые обманывают пожилых людей. По версии следствия, злоумышленницы проходят в квартиры под предлогом доставки продуктов питания и оказания социальной помощи пенсионерам. Пока одна отвлекает внимание, а вторая ищет ценные вещи и деньги. На вид женщинам 40-45 лет. Одна худощавого телосложения, другая плотного. Разговаривают быстро и без акцента. Будьте бдительны, не пускайте домой незнакомых людей. И теперь продолжим рассказывать о криминальных событиях в рубрике «Ориентировка». Смертельный удар. Серьезная авария в минувшие выходные произошла в городе Орске. Водитель автомобиля «Мазды» не справился с управлением и врезался в столб. В результате 30-летний мужчина и его подруга, 20-летняя девушка, умерли. Причины ДТП устанавливаются. Другая, не менее трагичная авария произошла на трассе Оренбург-Орск. Погибла 23-летняя девушка. По предварительным данным, шестерка, двигаясь из Оренбурга в Орск, выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирской газелью. Водитель газели был госпитализирован. Пострадали и двое пассажиров. Почтовые воришки. Сотрудники полиции задержали группу молодых людей, которые подозреваются в серии краж в почтовых отделениях. Не исключено, что предприимчивые парни гастролировали по всей области. Злоумышленников задержали в одном из кафе поселка Переволоцк после очередной кражи. По предварительным данным, они причастны к совершению 20 преступлений. Общая сумма ущерба, причиненного ими отделением почты, устанавливается. Возбуждено уголовное дело.